Меня зовут Фархот, город Нижневартовск. Начали работать с начала июля. Ну, уже третий месяц получается. Мы с управляющей компанией изначально, с открытия, получается, ну, с подбора помещения, ремонт, лицензирование, да, то есть была поддержка на всех этапах. Получается, в основном Наталья, то есть с админами, и Анна Тихонова. То есть мы с ними постоянно на связи, и отдел маркетинга тоже, кстати, с рекламой, с лидами они помогают. Хорошо. Введение стоматологии, систему, как управлять клиникой, внедрение всяких программ, как учет, да, то есть куда больше расходы, откуда в основном доход. Ну, систему, можно сказать, как управлять клиникой, вот в основном в этом, чтобы клиника работала, но не зависела от одного человека. Да, я рекомендую всем, то есть у кого нет опыта в стоматологии, либо врачам, которые сами планируют, но не знают, как это все организовать правильно. Потому что я сам открывал, изначально не знал ни AMA CRM, ни Ident, и все такое, как внедрить, как обучать, и администраторов контролировать. Поэтому это для меня опыт ценный. Я всем рекомендую.